Уважаемые зрители, убедительная просьба на время концерта отключить звук ваших мобильных телефонов. Спасибо. Душевный подъем, вот там наши братья
там наши земляки, там наши россияне живут, и они нас всегда ждут, они всегда нас рады там видеть. Вот, и сегодня мы будем петь про то, чтобы не было войны. Конечно же, мы как люди, которые принимали участие, я как человек принимал участие в боевых действиях, конечно, от всей души хочу, чтобы не было войны, и поэтому хочу всем пожелать мирного неба от наших прекрасных людей. Песня, которую я хотел вспомнить, мы ее написали совместно с моим другом, с Дмитрием Ликом. Песня, она именно о том, что у нас здесь, о настоящих офицерах. Итак, офицеры России! Гордые одиночки через злую жару и
седую бурку. Они вместе прошли все горячие точки, словно серая стая волков войну. Такого мальчонку любила девчонка, хорошая девочка, Чучик Алёна. Но однажды драк, молодые проспали, в город Рига пришли и достали ножи. Перебили весь год, а Серегу связали, и в далекий аул избивая звели. И смеялся над ним, он похрапит над Серегой, вспоминай твою мать перед смертью святых. У тебя есть два выхода: стохнуть дорогой и в кулачном бою завалить пятерых. У меня мамки нет, батьку тоже не помню. Не схлестнуться, не грех за Россию свою, за счастливую долю. Он как в детстве поднялся один против всех. Из подчерника рвется свинцовое тело. Каково пацану умирать молодым, но природный талант точно знал свое дело. Он легко и свалил одного до других. Только от молодого грома, то мужчина рожден, тот рожден побеждать. Горы — наша судьба. И добавил, подумав, будет насмерть, как этот волчонок стоять. Спасибо, друзья. Вы знаете, давайте немножко все-таки у нас в преддверии такой прекрасный.